жауынгерлерді қысқа да нұсқа таныстырып. Итак, все внимание. Октагонның көк бұрышында. В октагон Ержан Мұқашев выиграет участника. Жасы 26-да. Бой 183 сантиметр. Бұл ММА-де тұсау кесері. Әскери самбадан халықаралық турнирлердің бірнеше дүркін жеңімпазы. Наваи қаласы. Ушкин Идиев. Ал енді қошеметпен қарсы алыңыздар. Оның қарсыласы октагонның қызыл бұрышында Қазақстан шырайлы шым қаланың өкілі. Бойы 186 сантиметр, салмағы 84 келі, жасы 26-да. Грек-рим күресінен спорт шеберін үміткері, және де комбат джиу-джитсудан спорт шебері қошеметпен Шымкент Фархат Охотник. Джон Бирал! Бойцы на середину. Итак, бойцов официально объявили. Бойцы, правила знаем. Напомню, что два раунда по 5 минут также. Внимательно слушаем меня. Пусть команды стоп. Все это сделано из-за того, что у нас слишком много поединков в рамках этого гран-при. 18, напомню. Идиев Учкун, Узбекистан, и Жамбуров Фархат, Казахстан. Средняя весовая категория до 84 килограммов. Более того, Жамбыров Фархат является бойцом из Шымкента, безусловно. Бойцу красного угла объявляется предупреждение. Первый балл минус в первом раунде за нарушение регламента взвешивания. И вот сейчас Даурмек Джакаев показывает желтую карточку Фархату. Это значит, что он этот раунд проиграл на один балл. Ну, не проиграл, скорее всего, просто отнимает у него балл, вне зависимости от результата. Это, безусловно, будет сложнее, конечно же, Фархату. В случае, если бой будет равный, эта желтая карточка может, скажем так, повлиять на исход первого раунда. Итак, поединок начинается неспешно. Очень здорово сейчас был фронт-кик точно в голову. Не суетится Фархат на правах домашнего бойца. Ведет себя по-хозяйски в октагоне. Ринганосер объявил регалии в любительском спорте. Является чемпионом Казахстана по комбо джиу-джитсу. Значит, точно знает, что делать в партере и в стойке. Прижимает сейчас к сетке октагона Учкун Идиев. И пытается провести тейкдаун. Обороняется пока что. И делает это весьма успешно. Фархат по прозвищу Охотник. Наносит удары в клинч сейчас боец из Узбекистана. Напомню, что сегодня его профессиональный дебют. Наносит в клинче правый хук. Учкун Идиев. Да, темп поединка нам значительно снизился. Даже не пытается сейчас разрывать дистанцию. И на выходе из клинча здорово попадает правый оверхенд. Узбекский файтер снова пытался пробить фронт-кик Фархат, но увернулся от удара Учкун. Да, сейчас очень много, мне кажется, размахиваются ударами. Главное, чтобы выносливость, конечно же, не подвела двух спортсменов. Очень здорово попадает справа сейчас. Идиев Учкун и снова сближается в клинче, прижимает своего соперника к сетке. И начинает работать здесь, падает на ноги. И пытается досрочно закончить поединок. Идиев Учкун, Даурембек Жакаев дает возможность восстановиться и... Идиев Учкун. Первая победа техническим нокаутом в профессиональной карьере для этого бойца. А вот Жамбыров Фархат терпит второе поражение к ряду. 0-2 у этого спортсмена. Да, очень здорово начинал, конечно же, Жамбыров Фархат, но что-то пошло не так, и Идиев Учкун смог одолеть его.
қазір дәрігерлердің көмегіне жүгінген жөн болар, себебі бұл ауыр салмақтағы спортшылар болғандықтан да бұлардың әрбір соққысы өте ауыр келеді. Және біз Фархаттың көзіне келген жасын ерке алмай тұрғанын көріп отырмыз. Енді амал жоқ. Бұл спорт жеңіліс пен жеңіс қатар жүреді. Міне, бүгін Фархаттың жолы болмаған кеш, бірақ бұл жігіттің бағындары биік алды екендігіне біз сенеміз. 2 минуте и 20 секунде первого раунда одержал боец в синем углу Учкун Идиев, Узбекистан. Міне, Учкун жеңіске жетті. Және Ұшқын бірінші болып, қазақ жігітін жұбатуға тырысты. Ұшқын Идиев. Өзбекстандық спортшылар әрине осы Алаш Прайд гран-приіндегі өздерінің жеңістерінен кейін естелік суретке түсуде. Да, мы видели, вот дал чувство, дал волю эмоциям сейчас Жамбура Фархат после объявления результатов. Но не стоит, я думаю, сейчас так сильно расстраиваться. Нужно поработать над ошибками. Есть, конечно же, огромный потенциал у этого спортсмена. Очень хорошо начал он первые минуты этого поединка. Даже Даурмик Джакаев, как мне кажется, дал возможность восстановиться. Но все-таки в этот вечер, конечно же, был лучший Диев Учкун. Чем мы его и поздравляем. Ну, мы двигаемся дальше. Дальше у нас поединок полулегкой весовой категории между Русланом Гурахмановым из Узбекистана и Тлешем Алматом из Казахстана.